Хагани Баширов родился 7 января 1961 года в Гяндже. Гражданин Азербайджана, Франции и Турции. Известный финансист. Один из фигурантов громкого дела Международного банка Азербайджана. Окончил Бакинский институт иностранных языков. С 1985 года в кооперативном движении. А в 1991 году создал первую в Азербайджане консалтинговую компанию «Внешэксперт Сервис». Впоследствии продолжил деятельность в Люксембурге в качестве главы компании «West Consultancy LLC». В 1996-2005 годах являлся официальным представителем «Crown Agent» в Азербайджане. С 2003 по 2019 годы занимался размещением активов Международного банка Азербайджана. Хаганиевич, вас не только в Азербайджане, но далеко за его пределами называют загадочным и таинственным бизнесменом. И я могу сказать, что вокруг вашего имени и вашей неординарной и в какой-то мере незаурядной истории слагаются многочисленные легенды. И лучше один раз увидеть, как говорят русские, чем 100 раз услышать. Тем более, что я думаю, что вы, наверное, меня помните. Помните нашу ту злополучную, в кавычках, да, встречу во дворе Бакинского следственного изолятора в Кюрдаханы, номер один. И вас, и меня, так, к сожалению, сложилась судьба, и вас, и меня в наручниках, мы с вами шли к адвокатам. Я тогда отбывал срок заключения, против меня выдвинули новое обвинение. Ну, это, так сказать, отдельная тема разговора. А вас арестовали в качестве известного бизнесмена. Я помню, что мы шли к адвокатам, у нас было всего несколько минут времени. Вы меня узнали, и вы рассказывали о своей судьбе, жаловались очень, что вот. И почему-то мне запомнилась одна ваша фраза, что вы являетесь гражданином Франции, и заказчики вашего ареста столкнутся с очень большими неприятностями. Да, я говорю, много воды утекло вот с нашей той встречи. Совершенно верно. Помню. Хорошо помню. Почему же тогда посадили незаконно гражданина Франции? Ну, прежде всего, давайте я хотел на самом деле поблагодарить вас, Энул Айминович, потому что вы у нас легендарная личность, очень авторитетный журналист. И спасибо. Вот эта инициатива моя была направлена именно на то, чтобы с вами, только с вами встретиться и только вам дать интервью. Потому что за 13 лет, с того момента, как первая статья вышла во мне, я никогда никому не давал интервью, никогда ничего не рассказывал. Ну, не счел нужным как-то. Вот. А теперь это назрело. И данное интервью я даю не столько ради себя, какой-то реабилитации, но ради моих детей, моей семьи, моих братьев, моих друзей, соседей, людей, которые меня любят, уважают. Потому что это назрело реально. Все люди звонят, беспокоятся, говорят, вот вышла очередная статья. Почему так? Почему ты никогда не выскажешься? И вот я, в конце концов, решился, наконец, как-то... И, кстати, о вас больше пишут международные прессы, британская пресса, нежели азербайджанская. Мы обычно даем перепечатку того, что пишут нас. То есть у нас отголоски западных публикаций. Последние 5 лет, совершенно верно, так и происходит. Больше западные пишут. Я расскажу, когда подойдет время, как бы к этому. Я могу сразу рассказать, почему они... Меня вот тогда сразу же заинтриговал вопрос, что вы являетесь гражданином Франции. Я знаю, что вы родились в Баку, закончили школу в Баку, вуз, институт иностранных языков. Совершенно. Как я знаю. И каким образом вы стали гражданином Франции? Я знаю, что получить французское подданство не каждому дается. Ну, краткий такой автобиографический обзор. Я родился в Гяндже в 61 году, 7 января.
семье ученого Эюба Баширова, который был большим специалистом в области буйволоводства, искусственного осеменения крупного рогатого скота, который долгие годы за рубежом занимал ответственные посты, в Алжире 4 года, в Афганистане, в Чили, в Индии и так далее. У меня нас трое братьев, Яшар Баширов, президент Федерации карате, но он более известный, у него больше интервью, как спортсмен, Ханвар Баширов, известный танцор, заслуженный артист тоже, балетмейстер госансамбля танца Азербайджана. Мама моя была медсестрой в школе. То есть я почему рассказываю о себе, потому что формирование человека начинается в семье. И то, какой человек, какие у него человеческие качества, культурные, другие, все это дает в первую очередь семья. А потом уже школа, вуз и все остальное. Соответственно, так как обо мне очень много писали, ну, положительного я там мало видел, в основном это было отрицательное. Я какой-то злой финансист, который много вреда причинил всем. На самом деле все гораздо проще. Такой злой гений. Злой, ну, гений не я, гением мне нельзя сказать. Я очень, ну, посредственный, если, человек. Если через вас утекли миллиарды, то злой гений. Ну, хорошо сказано. Мне бы хотелось, может быть, что-то. Но это не совсем так. Конечно, просто нужно разъяснить нашим уважаемым зрителям, кто будет смотреть нашу передачу, той деятельностью, которой я занимался, и вообще, как я пришел к этому. То есть, закончив Институт иностранных языков, как вы отметили, я служил в армии 16 управления КГБ СССР военным переводчиком в Прибалтике. Слушал в то время действующего в то время министра финансов Франции, министра иностранных дел с постоянным представительством в ООН. Значит, и вы из этой кухни. Чекистской, да. То есть потом вернулся, я уже в институте был член КПСС, вернулся отличник боевой политической и думал, что меня возьмут в КГБ. Так и все шло. Ну, так получилось, что я уже в институте стал встречаться со своей нынешней женой, с которой 36 лет я женат, и 7 лет встречался, и никогда не сожалел об этом. Вот. Мне сказали в КГБ, что мы тебя не возьмем, потому что у тебя будущая жена еврейка. А мало ли там, что может произойти, Израиль, другое, третье. Соответственно, прощай, КГБ. Я сказал, ну, раз так, тогда забудьте мое имя и фамилию. Потому что внештатно я с вами не буду сотрудничать и работать. Значит, до свидания. После чего я устроился, первая моя работа, не считая кооператива «Лингвист», который не я открыл, переводами занимались, это было в «Интурист» в 1986 году. И проработал я там 6 лет администратором. Школа жизни суровая была в «Интуристе». Сами понимаете, что это был за, что это была за организация. Мы вот опять попали под колпак. Ужасно. Да. Но школа жизни была хорошая. И в 91-м году, когда Азербайджан стал независим, я подумал, надо создавать свой бизнес. Ни на кого не работать, на себя работать. А так как у меня не было моих денег, подъемных не было, то единственный бизнес, который мне подошел, это консалтинг. То есть можно за счет каких-то чисто интеллектуальных моментов заработать деньги. Консалтинг какой области, учитывая, что я говорю на французском там, английский у меня послабее, я решил все-таки все, что связано вот с вновь прибывающими иностранцами, инвесторами в Азербайджан, заняться регистрациями компаний, joint-венчеров, писать для них контракты экспортно-импортные. А лучшее место для этого было вновь созданное Министерство внешних связей, первым министром которого был уважаемый тогда Хафиз Бабаев. Хафиз Бабаев. Да. Я могу только положительное сказать об этом человеке, который мне дал где-то путевку в жизнь тогда, позволил моей компании открыться там, при них. Тогда это позволяло законодательство еще в 91 году. И тогда компанию я назвал модным по тем временам словом «внешэкспертсервис», как бы чтобы показать, чем мы занимаемся. Вот, так и пошло. Но через 2-3 года работы, кстати, хочу сказать о команде тогда Хафиза Бабаева. Это была фантастическая команда, которую он собрал, лучших ребят. Эти ребята сегодня занимают очень ответственные посты в нашем государстве, родном азербайджанском. Ну, прекрасно знаете, кто руководит Силквеем. Ну, вот, да. Кто посол в Испании. Кто посол в Испании. Кто в Верховном суде за Киргулиев. Ульви Саидзаде, который в Министерстве финансов долгие годы, в МВФ проработал, в Министерстве финансов и так далее. Занимался. Кто отбывает срок заключения еще? Он не в первой команде был, нет. Он не Хафиз Бальмакадр. Джангир Гаджи ничего общего не имеет с ним. Это второй поток. Первый поток был около 9 человек.
И они, половина из них точно занимают очень хорошие посты сегодня. Ответственные люди, умные, грамотные, работающие. Меня туда, помощник министра был Эльмар Багирзаде, в то время мой близкий друг, который сейчас живет в Люксембурге, он меня рекомендовал Хафиз Малиму, и тот разрешил все это сделать. Вот так началась история внешнего эксперт-сервиса. Почему переделали на West Consultancy в 1994 году? Вышел закон, запрещающий, чтобы госучреждения были совместно с частным бизнесом в одной компании. Ребрендинг вы провели уже в 2000-е годы. Не-не-не, 1994 год. 1994 году, да. Я по датам все помню хорошо. Вот. После этого я очень успешно работал, все шло хорошо. Когда вы познакомились с Джангиром Гаджиевым? Вы с ним учились вместе? Нет. Джангир Гаджиев закончил востоковедение, а я закончил Институт иностранных языков, факультет французского языка. Мы с ним познакомились в МВС. Он был назначен начальником управления. Уже при Народном фронте, да? Да. Я думаю, даже это после... При Рау он пришел с Ниджатом Кулиевым. Это уже при Гейдаре. Да. Он пришел при Ниджате Кулиеве. И тогда все ребята меня знали. Мы работали. У нас тесно соприкасалась наша работа с их работой. И там мы познакомились. Потом, когда Ниджат Кулиев ушел, и его уволили, он тоже ушел с работы. Потом какой-то момент... Было тихо, и потом вот я узнаю, что его берут на работу в Межбанк к Фуаду Ахундову, тогда председателю управления, начальником кредитного отдела. Так мы и познакомились в МВС. Вы заговорили о ребрендинге вашей компании «Внешэксперт Сервис», которая впоследствии стала West Consultancy. Да. И название вашей компании впервые всплыло, ну, во всяком случае, для... широкой общественности, в скандальном деле Межбанка и Джангира Гаджиева. То есть вы появились в проектах Межбанка не при Фуаде Ахундове, а уже после того, как Джангир Гаджиев стал президентом Межбанка. Я правильно? Совершенно верно. Очень правильно вы говорите. Это так и произошло. Где-то больше сотрудничества с Межбанком, когда уже Гаджиев был там еще кредитном отделе, а потом уже стал председателем правления банка. Вот началось именно 2000-2001 года. Но тесное сотрудничество пошло позже, когда я в 2001 году переехал во Францию по линии компании Thales. Я 15 лет был консультантом компании Thales в Азербайджане с 2002 по 2017 год. И вот переехав по этой линии во Францию, когда с Гаджиевым у нас сложились дружеские отношения, он сказал, что ты там, и я ему предложил использовать меня, почему бы нет. Что я здесь, если будут вообще какие-то интересы. И тогда возникла мысль, почему бы не инвестировать в иностранные проекты и кредитовать их, финансировать Межбанком в компании, которые я буду создавать за рубежом. Вы фактически стали окном для Межбанка и для Джангира Гаджиева, окном в Европу, окном на Запад. Потому что именно вы первые стали создавать офшорные компании. Это можно так назвать, но что я хочу вот дать небольшой комментарий. Я создавал не офшорные компании. Цель была создание нормальных европейских компаний в Люксембурге, в Голландии, во Франции, в Англии и на Кипре. Чисто офшорные компании, они нужны были всегда в то время, но сейчас уже меньше, они менее актуальны. Это чисто технический способ. Но мне нужно было делать нормальную, реальную компанию с реальной бухгалтерией. Это было очень важно, потому что я рассчитывал на долгосрочные инвестиции в Европу, чтобы создать там инвестиционные фонды, в итоге, чтобы открыть межбанк в Европе. Кстати, я почти 4 года вел переговоры в Вене с двумя министрами финансов действующими, встречался по поводу открытия. И это была установка тогда руководство, что дали добро. Ну, я говорю со слов Гаджиева. То есть, это в каких годах? Это, сейчас скажу, это до того, как меня арестовали. Это было 6, 7, 8, 9, 10. То есть наряду с дочкой в Москве, да? Хотели... Да, дочка в Москве. Должна была быть дочка в Вене. И в Вене, дочка в Вене. Да. Это, вы знаете, я очень часто об этом говорю, и это спорный вопрос. Присутствие азербайджанского капитала, азербайджанского бизнеса за рубежом, это мощнейший инструмент. Мощнейший инструмент, как политический, так и экономический. Вот то, что в свое время Гейдар Алиевич открыл МБА благодаря ему, его усилиям, за 2 недели МБА Москва, Международный банк Азербайджана Москва, это выдающее событие, потому что такой инструмент в России, он важнейший. Он как политический, так и экономический, так и контрольный инструмент. Ну, кто идет первый клиент в эти банки? Мы же сами идем.
к счастью, удалось сохранить, несмотря ни на что, хотя колебались, были моменты, было принято решение с закрытием БАМ Москва, но, к большому сожалению, Межбанк Грузию закрыли. Ну, лично для меня это, я не смею даже критиковать решение, но чисто с точки зрения бизнеса жалко, потому что первые инвесторы, огромное количество инвесторов азербайджанских там, через Грузию проходят все наши газопроводы, нефтепроводы, огромное количество наших предприятий, и они могли бы пользоваться услугами данного банка, своего азербайджанского родного банка в Грузии. Это было бы всем хорошо, но опять-таки, я маленький человек, это чисто мое, чисто по бизнесу, может быть, наверное, были какие-то более серьезные причины для этого, о которых я не знаю. Вы произносите слово «офшор». При слове «офшор» сразу же возникает параллель, сразу же возникает какое-то вот отождествление с нечто, вот с какой-то криминальной категорией. Незаконностью, согласен. Криминал. Почему так произошло? Сейчас я объясню. Сами история возникновения офшоров же, опять-таки, это мое субъективное мнение. Я всегда был против офшоров. Почему? Потому что мое мнение было, что офшоры создаются спецслужбами. Для того, чтобы все наивные люди привели туда свои деньги, четко можно было их контролировать всех вместе, а потом и прихлопнуть всех вместе. Примерно такое произошло на Кипре, когда весь российский капитал был заблокирован в один день, и очень много людей погорело. То есть офшоры для меня это очень неинтересная тема, хотя приходилось ее использовать, потому что все за офшор взялись и говорили, что офшоры нужны. Но офшор это тот путь, который более легче через офшоры проводить деньги, было в то время, не сегодня. То есть, ну окей, да, там, кредит выдали там, какой-то компании, там, та дала дальше офшору. Офшор дал дальше уже голландской компании, уже нормальной компании. Но транзит прошел через офшор, потому что у нее нет бухгалтерии, у нее меньше вопросов. Банкиры не мучают вас. Только техническая цель была. То есть скрыть деньги никогда невозможно. Кто говорит, что скрыть деньги возможно, если это безналом идет, в итоге найдете концы. То есть тихой гавани нет? Нет, нет. Это все придумано. Офшоры это все 100% я вам говорю, что не так. Я всегда предлагал идти в самые жесткие юрисдикции, где большие налоги. Но мы не могли идти туда, потому что кредиты в то время выдавались с огромными процентами. Ну как можно туда идти, где огромные налоги? И, соответственно, весь этот поток пошел не в Европу, а через европейские компании в Россию, в российские проекты, так как там ну, процент заработка был выше, как мне объясняли. Ну, прямо сейчас изначально хочу сказать, что вот моя часть, это очень важно для наших зрителей, чтобы они понимали, что какова моя роль во всем этом. То, что пишут, видите просто сторону. Я фудицар. Нет, я хочу просто сказать, что пишут, чтобы было ясно читать. То есть пишут, что по большому счету именно через вас была введена основная часть активов Межбанка в офшорах. Говоря через меня... А потом они пропали. Не-не. Объясню. Все правильно пишут. Не, вот как, да. Как вот да, я да, просто да. Озвучил. Правильно то, что озвучиваете. Пишут. Очень правильно озвучиваете. Это а так. Теперь я хочу узнать истину. Пример. Вот истина, я вам скажу как. Офшоры создаются для того, чтобы привести деньги куда-то. Они играют какую-то техническую роль. Никакие деньги не могут выйти свободно из Азербайджана без разрешения соответствующих органов. У нас умницы, честно вам скажу, я восхищаюсь всеми нашими чиновниками во все структуры, которые сидят. Никто ничего никуда не вывезет бесконтрольно. То есть, если никогда задача не ставилась какие-то деньги украсть или вывести, ставилась задача о присутствии нашего капитала за рубежом. Но законодательство банковское очень часто чинит препятствия. Напрямую банк не мог этого делать сам. Соответственно, нужны были какие-то частные структуры, создаваемые номиналами, через которые это все проходило. Вот моя роль, уже 32 года я фудицар. Я занимаюсь фудициарной деятельностью. Что такое фудициарная деятельность? Это когда от имени клиента создается бизнес, полностью структурируется, ведется его бухгалтерия, организовывается правовая поддержка и формальное управление этим бизнесом. Вот наша часть была вот только это. Организовать компании, организовать, чтобы инвестиции пошли через эти компании. Это не вывод денег, это настоящие инвестиции, которые пошли в реальные проекты. Что с этими деньгами стало на месте, когда они пришли уже в проект, это не мои компетенции. Я никогда не выбирал проекты, мне никогда не давали заниматься хозяйственной деятельностью в этих проектах, никогда. Я не участвовал ни на одном этом собрании, где обсуждалось это все. То есть моя часть фудициарная, я ее выполнял четко.
Вы отвечали за безопасный маршрут денег, скажем так. Не только безопасный, правильное структурирование, чтобы бухгалтерия была обязательно, чтобы не было налоговых проблем, не было никаких проблем с администрацией той или иной юрисдикции. Потому что из всех около 100 компаний было создано, из них процентов только 10 были офшорные. Ну, 10-12, может быть, я ошибаюсь там. Остальное, Кипр – это не офшор, это Евросоюз. Они по привычке все называют Кипр офшором, он никакой не офшор. Это член Евросоюза, 12% налог на прибыль, какой это офшор. Люксембург – 25-33% налог на прибыль. Англия – 33% налог на прибыль. Голландию тоже где-то в районе 20% налог на прибыль. То есть это не, нельзя это назвать офшорами, там, где есть такие ставки налога на прибыль. Ну, для помпезности же, людям всегда нравится верить в плохое. Надо же сказать, ну там, ну, какой-то там Баширов украл, вывез. Да кто такой Баширов, чтобы он вообще украл и вывез? Вывез 2,5 миллиарда. 5, ну, попробуйте вывезти из Баку 10 тысяч там, долларов. Я посмотрю, как вы их вывезете. Говорят, что через вас вышли, значит, вышли из Азербайджана свыше 2 миллиардов долларов. Я вам объясню. Это правда? Ну, если говорить о сумме, сумма 2 миллиарда правильная. Но она не через меня выводилась. Она выводилась через фудициарные услуги компании и самим банком. Я никогда не могу что-то вывести, если банк не выделит кредит, не получит на это все разрешения. И только после этого, когда деньги дадут перечислять на ту или иную компанию, под тот или иной контракт ли это будет, или что-то другое будет, любой документ, тогда окей, они приходят ко мне, и я начинаю выполнять свою работу. Мне мгновенно банкиры говорят, куда направить. 98%, я бы сказал, денег ушло на проекты. Ну, по безналичному, у нас же все по безналичному. У нас же все видно, все прозрачно. Вот дальше это другой вопрос. Претензии тут начинаются. А где деньги, ребята? Вы купили там какой-то участок в Москве, вы купили его дорого. Вот первые претензии, когда меня арестовали, например, в 2010 году, 11 сентября меня арестовали, я прилетел на свадьбу двоюродного брата, меня по дороге в аэропорт арестовала налоговая служба, которая открыла до этого уже уголовные дела по данному делу, связанному с Межбанком. Как вы говорите, и меня подозревали в присвоении, в выводе 185 миллионов, по-моему, долларов, если не ошибаюсь. Ну, команда, которая меня арестовала, очень грамотная была. Надо дать должное, молодцы, очень хорошо, грамотно вели следствие, в общем-то. Но мой арест я и тогда считал не совсем правильным. И сегодня, ну, потому что во всех тех компаниях, которые названия упоминаются в прессе, азербайджанской особенно, о тех азербайджанских компаниях, около 10 компаний было, которые как бы я создал, назначил директоров, они получили кредит, потом я через эти компании вывез все это куда-то, ну, это было неправильно и неправда. Ни одной этой компании. Вот у меня есть название этих компаний. Sigma там есть какая-то. Нет, Hazard Management Systems, потом, значит, там нет, там 10 заводы, заводы в Шаки, Сумгаити, Олимпийский центр, комплексы Шаки. В Закатале, Шаки, Казахи, затем стадион в Закатале. В Кусарах Олимпийский спортивный комплекс, Хлопковый завод. А там много, там очень много предприятий. И так далее. Ко всему этому чисто структурно я имею отношение как фудицар, структурирование. Далее, кредиты выделяясь на эти предприятия, я там ни директором не был, ни управлял, ничего, меня к ним не допускали. То есть о судьбе этих предприятий. Организограмму создавал я, структурирование, спрашивали, как делать. Вот так можно делать. Но почему завязывали, например, на Азербайджане все на панамской компании? Для меня это была глупость. Ну, зачем этот Ocean Stream, который мы в свое время уважаемого бизнесмена перекупили? Не буду называть его имя, вы его прекрасно знаете. Это Бениамин. Нет, мы перекупили Ocean Stream, а потом уже Дюнямин Халилов управлял Ocean Stream. Он управлял. Бенефициаром, так как Гаджиев доверял мне, всегда ставили меня, чтобы, не дай бог... Ocean Stream вы купили у Хафиза Мамедова, да, известного совершенно верно, Кавказа. Совершенно верно. Да. Потом уже Ocean Stream создал там General Construction и так далее, и так далее. Это стало разрастаться по направлениям индустрии. Табачные, там, хлопковые, другое, третье. Но в Азербайджане я не участвовал в этих делах. То есть, за исключением этой организограммы, структурирования, моего участия не было. Моя часть была больше курирования фудициарной, еще раз подмечаю, фудициарной деятельности за рубежом.
но ни в коем случае не хозяйственной деятельностью, не выбором проектов, не управлением этими проектами. К большому сожалению, я думаю, что если я участвовал бы, наверное, все-таки было бы получше. Ситуация. А почему Панама? Зачем нужна была Панама? Это вопрос не ко мне, я ее не выбирал. Вы не выбирали? Не, я никогда не выбирал бы Панаму. Никогда. Вы бы не выбрали? Не, зачем? Вы просто вы знаете, исполняли. Можно стать, быть Панамой, будучи голландской компанией. Можно быть Панамой, будучи английской компанией. Никаких проблем. Зачем Панама? Это неправильная схема. То есть у вас не было свободы выбора? Нет, конечно, это я не мог выбирать. Я мог выбирать, когда я уехал, за рубежом был, и там предлагал. Вот благодаря тому, что предлагалось, были созданы английские компании, голландские компании, люксембургские, кипрские. Это да. Кипрские я тоже не любитель, неправильно было. Ну, Россия любила, а так как мы инвестировали в Россию, у них были договоренности очень выгодные между Россией и Кипром. Соответственно, почти основная вот из этих 2 миллиардов, о которых вы говорите, где-то примерно надо дать 1,2 миллиарда, это через кипрские компании пошло в Россию. Только из-за того, что ездили, двухсторонние соглашения были с Россией, очень выгодно было с точки зрения налогов. А большое количество компаний объяснялось только одним. Просто в свое время российское законодательство запрещало выдавать взаимосвязанным компаниям кредиты. И приходилось иметь разные компании и разных директоров. А был ли у вас, скажем, выбор, обуславливающий, скажем, работу с тем или иным партнером? Могли бы вы выбирать себе партнеров? Например, я знаю, что у вас были весьма непростые отношения с Дуниамином Халиловым, экс-депутатом, который и сейчас отбывает срок заключения. Но тогда вы получили представительские функции компании General Construction, которая принадлежала Халилову. Сейчас я скажу, как это было на самом деле. И на эту компанию тоже ушли многомиллионные кредиты. Совершенно верно. Правильно вы говорите. В 92-м году... Почему я спросил вас об этом? Потому что позже, в 2009 году, Генпрокуратура предъявила вам обвинение и по этому эпизоду. Очень правильно все вы говорите. В 2010 году Дуниамина Халилова я взял на работу в компанию West Consultancy в 92-м году. Ну, через год я его уволил. Он повел себя очень неправильно. Он в МВСе не так замутил дела, мне пришлось его уволить. Я специально это слово использую, замутил именно, что хорошо его характеризует. Начиная с 92 года, человек пытался все сделать, чтобы создать мне проблемы. Проблемы во всем, в бизнесе, в карьере. Ну, я думаю, что правосудие азербайджанское... А с чем была связана эта враждебность? Он был человеком Эльдара Махмудова. Сколько знаю, да был его близким. Я не знаю. Нет? Я не знаю про говорили, это. Что это человек Махмудова. Нет, это я не знаю. Я не могу этого сказать, что он был его человеком. Да. Но он был близок к Гаджиеву. Он обманывал всех, что он с ним учился, но это неправда. Он с ним не учился никогда. Но он пытался сделать себе рекламу, что он близкий человек Гаджиева, но это не так. Суть не в этом. Он после того, как я его уволил, меня попросили его взять обратно через год. Ну, потом он стал делать карьеру уже в сотрудничестве с Межбанком, где его взяли генеральным директором General Construction. Он управлял General Construction. И дальше пошли все его управленческие эти дела по Азербайджану со всеми вытекающими оттуда последствиями по Азербайджану. Зарубежную часть. И по-азербайджански. Да, по-азербайджански. Зарубежную часть курировал я, фудициарную, только исключительно фудициарную часть. Ничего более. Хотелось бы больше, но нам не давали. И наш московский филиал, компания называлась Ford Trust Global, которая в Люксембурге была создана и управляла этими активами, формально управляла. Была Ford Trust Global Москва, Голландия, Ford Trust Global Кипр. В то время для управления это была группа фудициарных компаний. Было очень тяжело это создать, но единственным своим спасением в будущем, и это оказалось правдой, я видел жесткий контроль всех этих компаний с точки зрения бумаг, бухгалтерии, чтобы все было у меня в руках. Ну вот, благодаря этому, и когда случилось то, что случилось, была встреча с руководством нашего государства, мне задали вопрос, готов ли я отдать активы государства, я сказал, так я кто такой, это ваши активы. Я просто управлял формальной частью, не более. А не ваши, я помог до конца. Сколько вернули? Проблема в том, что никто не оценивал, сколько мы вернули. Ну, конечно, желательно было бы сделать независимую оценку. Это... По вашей оценке. Но не менее 500 миллиардов точно.
не менее. Но при правильном подходе можно было бы спасти больше. Опять-таки, я никого не критикую, правильный подход, может быть, неправильное слово, я говорю, ни в коем случае. Там работала группа агрокредита, юридическая компания «Омни». Так, да. Да, у каждого свой субъективный подход, я никогда не претендую на правоту своего подхода. Но просто когда активы передаются, они, наверное, должны оцениваться, и где-то это должно регистрироваться. Наверное, может быть, кто-то их оценивал, я не знаю. Тоже может быть, но я об этом не слышал. В декабре 2010 года, после того, как вас арестовали, Генпрокуратура официально обвинила вас в присвоении 185 миллионов. Потом это обвинение сняли. Совершенно верно. Это потому, что эти деньги, вот то, что вы говорите, полмиллиарда были возвращены после этого, да? Они сняли это обвинение. Сейчас я скажу вам, как это было. Арестовали меня 11 сентября 2010 года по тому обвинению, о котором вы говорите. Началось следствие, которое получило все соответствующие документы об инвестициях в основном в России, в Российскую Федерацию и Фуджейру, Эмираты Арабские Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты. В ходе следствия раскрылось много интересных фактов, и для меня многое раскрылось. Ну, по крайней мере, я стал понимать немножко ситуацию, какая она. И в ходе следствия мне сказали переуступить активы государству. Ну, был создан какой-то документ, ну, который показывал, что у меня ничего нет, что все в руках государства. И что вот как бы вот такой взаимозачет, то, что вложено, теперь передано государству. Окей. Что делать дальше? Дальше сказали, что надо этим управлять дальше. Я сказал, я не хочу этим управлять. Пускай кто угодно управляет, я все. Мне сказали, нет, я не буду называть фамилию уважаемого человека. Он сказал, государство тебе доверяет, ты будешь управлять. Я говорю, тогда надо более жестче контролировать и Межбанк, и меня. То есть я бы вообще, я предложил тогда, чтобы у меня вообще в офисе в Люксембурге сидел человек от государства, который каждую платежку смотрел. Ну, я маленький человек, я не могу требовать. Наверное, законодательство не разрешает это. То есть я не хочу сказать, что кто-то халатность совершил, ни в коем случае. Но, наверное, это законодательством не предусмотрено, вот такого рода что-то. Ну, произошло дальше, вы знаете, что произошло. В итоге на момент ареста было 800 миллионов инвестиций. На момент ухода господина Гаджиева с должности Джангира уже 2 миллиарда долларов. О проектах могу сказать, что там были очень хорошие проекты. Может быть, деньги на них неправильно тратились. Деньги неправильно использовались. Неэффективно, скажу. Можно неэффективно так можно назвать. Ну, непрозрачно. Непрозрачно, бесконтрольно. Но это все работа следствия провела свою работу и дала соответствующую правовую оценку этому. Вот. Но проекты, они реально жалко. Эти проекты были хорошие, в общем-то. Особенно в Фуджейре металлургический комбинат, текстильный комбинат в Фуджейре потрясающий, великолепный, который может и сегодня работать. Я слышал, кстати, говорят по слухам, что его хотят разобрать и заново собрать в Азербайджане. Ну, текстильный комбинат? Да, так говорят, это слухи. Mm. Ну, для меня это, конечно, удивительное такое решение, потому что его можно использовать, не разбирая, великолепно и очень прибыльно на месте. Ну, писали, что обанкротилась фабрика. Не, она не обанкротилась, фабрика. Обанкротить можно на бумаге что-то. А де-факто она не обанкроченная. Там стоят хорошие машины, все работало до последнего момента. Металлургический комбинат, у которого были, он был построен, но были проблемы с подачей электроэнергии. Как говорят сегодня, работает и приносит прибыль. Я не знаю, это правда или нет. То есть, ну, говорят так. Это соответствующие, наверное, организации знают, работает или не работает. Но комбинат хороший был. Или наши участки там на Никитском, очень жаль, что его Собянин, там, господин Собянин, говорят, забрал. Ну, мэрия Москвы, говорят, забрала. Очень жаль. Можно было бы, наверное, отстоять. Кстати, Эрмитаж вернули несколько дней назад. Я в курсе. Вот по поводу Эрмитажа, кстати, я считаю своим долгом сказать. Эльшат Бабаев, по-моему, руководил этим отелем и стройкой этого отеля. И его брат Малик Бабаев. Их четыре брата. Вы знаете, это единственные ребята в истории зарубежных инвестиций, ну, может быть, не единственные, из редких людей, которые, взяв кредиты, за исключением Эрмитажа, вернули, построили,
дали прибыль банку. На Крестовском они престижные квартиры построили. Они шикарный отель сделали, Эрмитаж, который приносил очень хорошую доходность и хорошо им управляли. Единственная их ошибка, я считаю, что, наверное, они обязаны были договориться с азербайджанским государством в первую очередь в интересах азербайджанского государства, во вторую очередь в своих интересах, остаться в управлении и продолжать работать, приносить доходы, и всем было бы хорошо. Почему они сопротивлялись, этому я не знаю, но они очень эффективно работали, могу это сказать. И отель очень хороший и доходный. Это один из хороших проектов. То есть текстильную фабрику в Эмиратах и металлургический комбинат Фуджейра их построили через вашу компанию «Интермет», да? Деньги шли через «Интермет». Нет, там не совсем так. Основное финансирование пошло из Азербайджана. Напрямую Межбанк финансировал, там структурирование было создано, я в этом не участвовал. То есть компания «Интермет» ваша была? Нет, потом она стала как бы формально бенефициаром. Говоря, моя, я бенефициар там. Хозяин тот, кто платит деньги, тот, кто финансирует. Это Межбанк. Межбанк, ясное дело. Я бенефициар, как бы, кто-то же должен быть бенефициаром. Ну, как фудицар, я выступаю в рамках фудицарной деятельности бенефициаром, что разрешено законом было всегда. Ну, я говорю о европейском законодательстве. Да, и было создано потом United Textile Company, United Steel Company. Textile текстилем занимался, а интернет держал эти компании. Потом структурирование чуть-чуть менялось. Ну да, это прошло. Через меня прошло не более 30 миллионов, а остальные 270 миллионов прошли через Азербайджан напрямую туда. Еще один немаловажный вопрос, о котором очень много писали и наши СМИ, и казахстанские. Это касательно нефтяного месторождения в Казахстане, в котором впоследствии, после того, как вложили туда очень много инвестиций, после разведочных работ поняли, что там нет нефти. Инициатором был Джангир Гаджиев или вы? Нет. Джангир Гаджиев тоже не был инициатором этого. Я тем более не был, я не участвовал в этом проекте. Этот проект обошелся Межбанку сотни миллионов долларов. Да, я в курсе. Я был в курсе этого проекта. Я его воспринял очень скептически, когда мне рассказали. Я даже участвовал на совещании в Москве по поводу финансирования первой части этого проекта, маленького месторождения. И у меня был конфликт с Эмином Садыком, который получил первый... Известный мошенник. Да. Ну, они знают. Емин Садык и Фуаду Сейли знают, что я их называю мошенниками. Я их назвал еще тогда мошенниками. И не боюсь это сказать в телевидении, или там в Ютубе, или на вашем интервью. Это так и есть. Вот. То есть эти ребята, инициаторы они привели эти проекты, они там наговорили кучу всего, они первую нефть вытащили и намазали нам на лицо, что первая нефть, но это все было неправда. Профанация. Опять-таки, мое мнение, что это было неправда. Туда пошли какие-то деньги, я точно не знаю, 100 миллионов, 120, 150, понятия не имею. Просто на совещании, когда я участвовал, я сказал, а почему надо выделять новый транш, если он не вернул первый транш, и мы еще не знаем, есть там нормальная нефть или нету. Если есть нефть, пускай продает и закрывает кредит. Так, а если ее нету, то зачем выдавать второй транш? Ну, мне сделали замечание, я замолчал. Это не в моей прерогативе было, и я не занимался этой частью. Я могу сказать, аналогичный механизм произошел и на месторождении Бахар в Азербайджане. И там же был Эмин Садык. Ну вот, та же самая схема. Но Эмин Садык известен же своей историей с BP, где он смошенничал еще. Если хорошо поискать, куда идут корни Эмин Садыка, его прекрасно используют, или он прекрасно использует, кто кого использует, мне тяжело сказать, но у него это получалось. Ну, он тогда и был известен как человек Джангира Гаджиева. Нет, он никогда не был человеком Джангира Гаджиева. Никогда не был. Я правду говорю, как есть всегда, я просто, зачем мне скрывать, мне какая разница, он был или не был. Суть одного, мошенник, и все. Там... А что сейчас стало судьбой этого места? Вы знаете, в то время как-то удалось, спорный вопрос был, как-то меня тоже просили помочь в передаче активов. Я сказал, самый лучший вариант забрать этот актив, ну, я не знаю, если назвать Угаджиева, то Угаджиева, если он Угаджиева, только путем судебных разбирательств. То есть человек взял деньги, заплатил за актив, не вернул, значит, забираем актив и все. Ну, видимо, там пошли каким-то другим путем и забрали, как бы. Но это было очень зыбко. Мы тогда объяснили, что тогда надо предпринять определенные меры в Голландии со структурированием, потратить 40 тысяч евро фудицарам голландским, не мне, там,
и обезопасить актив, как бы. Я так понял, что это было не сделано, и дальше я уже судьбой этого актива не прослеживал. По моей информации, супруга Джангира Гаджиева, которая в настоящее время проживает в Лондоне за мира, Гаджиева она отсудила и вернула себе это месторождение. Она могла бы это сделать очень легко. Угу. Ну, об этом говорил. А зачем ей тогда это месторождение, если там нет нефти? Я, тоже честно, вопрос. Я не могу объяснить ее действия. Мое мнение, да, опять-таки, вопрос. Я не специалист в нефтедобыче. Мое мнение, что там этого нет. Даже если есть, то в очень маленьких количествах на первом месторождении. А все эти дела остальные, Минсадыка, песни о Палеозойском каком-то поясе, где там на миллиарды нефти. Ну, если кто-то этому верит, удачи. Кстати, следите ли вы за событиями в Азербайджане, за новостями? Азербайджан, я знаю, что у вас нет. Моя страна, моя родина. Я безумно люблю свою страну. Кстати, многие могут воспринять как подхалимаж. Я никогда не подхалимничаю никому. Я очень уважаю нашу власть, нашего президента. Особенно после всех этих событий карабахских. Вообще не о чем говорить. Вот. Конечно, люблю, слежу. Каждый день слежу за всеми событиями. Я неспроста спросил об этом, потому что на прошлой неделе в Азербайджане, в Кедабекском районе произошли волнения. Это инцидент, вспыхнувшее народное недовольство, произошло из-за нарушения экологических норм и выбросов отходов, цианида в данном случае, во второе искусственное озеро, которое сейчас планировали создать. И весь скандал развернулся вокруг компании Anglo-Ocean Mining. Я неспроста затронул этот вопрос, потому что когда-то вы были акционером этой компании. По моей информации, вы владели 16% акциями этой компании. И почему вы отказались? Или вас заставили отказаться? Нет, все это в рамках фидуциарной деятельности. Угу. То есть я исключительно номиналом был. Скажем так, да, номинал тоже неправильно, я бенефициар был, но я не мог обладать ни по каким моим параметрам, то есть какими-то акциями в таком серьезном предприятии. То есть в данном случае, может быть, Межбанк хотел быть, и я представлял Межбанк. Мне тяжело объяснить, как и что, но я бы хотел быть акционером. Вы знакомы с Рзой Везири? Да, я его хорошо знаю, очень прекрасно отношусь, очень умный, грамотный, харизматичный, приятный человек. И хороший бизнесмен. Ничего плохого не могу сказать, только хорошее. Нет, то есть вы... Я был знаком, конечно, он мне объяснял. Я вошел в этот проект, естественно. Ну, 16 это было или меньше, но не больше. Но Межбанк поддержал этот проект тогда? Конечно, Межбанк поддержал. Да, совершенно верно, поддержал. Да. Sigma Line, есть такая компания, она вам принадлежит? Нет, никогда не принадлежала. Нет. Это неправда. Это вот то, что когда меня арестовали, я вам говорил, 10 компаний. Так, там и Альфа есть, и Sigma Line есть, и Бета есть. А что это компания Sigma? Ну, кто ее учредитель, я не знаю. Какие-то граждане Азербайджана. Вы знаете все. Не-не-не, там не я создавал просто. В Азербайджане эти структуры не я создавал. И это была очень глупая схема создания. То, что они создали их, потом они финансировали их, потом они куда-то настройки какие-то ставили, и все это Дунямин Халилов над ними стоял. Меня же арестовали конкретно по заявлению Дунямина Халилова. То есть все, что он делал, все, что он делал сам, чем он руководил, то, что он создал, он сказал, что это сделал Хагани Баширов. Мне было смешно, я сказал, давайте вытащите этих директоров, может быть, кто-то из них меня узнает хотя бы. Они меня в глаза не видели, я никогда не создавал эти компании. Это однозначно было неправдой. За рубежом, да. Может, до сих пор на них висит 15 миллионов кредитов. О них ничего не знаю. Очень, очень интересная ситуация. Много компаний, много фирм однодневок, офшоров и прочее. Таких, я их называю, кредитных олигархов. Это уже стало устойчивым. Да, кредитных олигархов. Но почему-то, когда всплывает дело Межбанка, это ассоциируется с Джангиром Гаджиевым, с вами. Все остальные остаются в тени. Почему вы вышли на первый план в этом Объясню. Деле? Объясню. Очень хороший вопрос, кстати. Спасибо за этот вопрос. Вы знаете, ну, Гаджиев – это логично. Он руководитель банка, он председатель правления. Он человек, который дает, ну, не один дает добро на выделение кредита, но один из тех, кто принимает решение по выделению кредита. Он управляет банком, он управляет активами банка. Почему Хагани Баширов вышел?
чисто простая человеческая зависть. Агани Башев живет в Париже, как они все считали, припеваючи, создает там структуры какие-то, работает, они считают его друг Гаджиева. Ну вот давай мы его и будем о нем писать. А следственные органы прекрасно располагают реальными сведениями. И, соответственно, они дали соответствующую правовую оценку действиям всех. Говорить можно все, что угодно. И определенные люди писали определенные вещи. Правовую оценку дает следственный орган, суд и все остальное. Было ясно. Ведь вы же лучше меня знаете, что касается учетов и отчетов в Азербайджане, такого контроля нигде нет. В Азербайджане знают даже о любом человеке, даже обо мне, вот я живу там, не знаю, сегодня Париж, завтра в Люксембурге. Что у него даже сколько я трачу под денег, матрасом, да. Что под матрасом, какие чаевые я даю, знают. И поверьте мне уж, если 5% из того, что обо мне пишут, было бы правдой, я уже давно отсиживал бы большущий срок в Азербайджане или, не знаю, в России, или во Франции, или в Люксембурге, в Англии. Нашли бы, где меня посадить. Кстати, в Люксембурге также расследовали вашу деятельность. Совершенно верно. Я вам скажу, что произошло. В 2019 году ABLV банк, когда американцы решили закрывать, ABLV банк был тоже задействован в Ландромате. И пошла проверка дочернего банка ABLV в Люксембурге. Это, я вам говорю, версию следователей люксембургских, которые сказали мне, потому что на вопрос, когда на меня открыли уголовное дело, изъяли документы, и там четко написано «Гаджиев Межбанк». Прямо так и написано. Несколько различных статей таких. Я был шокирован, удивлен, почему Люксембург. В Азербайджане следствие было закончено. В России было закончено. Логичнее было бы, чтобы это была Англия, потому что оттуда больше прошло денег. Логичнее было бы Кипр, оттуда еще больше прошло денег. Но никак не Люксембург, оттуда почти не прошло вообще никаких денег. Тут там, может быть, 20 миллионов из 2 миллиардов, но не больше, никак. Я был удивлен поведением вот этого следствия. И сам мне не сказали, кто истец. Мне сказали, что банкиры регулятору дали информацию о вас. Регулятор о вас начитался в прессе. И мы решили открыть дело, чтобы разобраться в этом деле. Это ненормальное объяснение, ни с какой точки зрения. То есть 4,5 года это идет, они идут в никуда, они в тупике. Я единственный человек во всей команде, который декларировал свои доходы. Я задекларировал 11-16 года около 8 миллионов евро. Заплатил с технологии. Ежегодно? Не ежегодно 8 миллионов, общий 8 миллионов, да. И у меня дебет с кредитом всегда сходился. У меня не было такого, но это бывает, вы сами понимаете, часто. У человека 200 тысяч зарплата в год, а у него на миллион там собственности. Это же ненормально, наверное. В моем случае, когда начали проверять, меня 4 года проверяла французская налоговая. И вот 5 лет уже, 5-й год пошел, Люксембург проверяет. Следов обогащения нет и быть не может. Следов долгов очень много, моих личных долгов, ни моих кредитов, я никаких кредитов в Межбанк не брал, ни я, ни моей компании. Ни для личных целей, ни для каких целей, поэтому это исключено. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, куда ведут следы этой проверки, я не знаю, мне тяжело сказать. Возможно, какие-то конкуренты, которым не понравилось, что я вот-вот прихожу в себя, и надо меня заново. В итоге я банкрот. С удивительной судьбой. Вас пытались посадить в Азербайджане, но затем оправдали, и вы вышли, скажем так, сухим из воды. Вас пытались посадить в Люксембурге, но следственные органы ничего не смогли доказать. У вас были проблемы во Франции, но и там вы парировали удар и выдержали, скажем, давление следственных органов. И теперь расследуют вашу деятельность в Лондоне. Не мою деятельность, расследуют деятельность семьи Гаджиева. Больше Боба Стюарта. Я хочу упомянуть недавний скандал с британским парламентарием, одним из ярких представителей британской политической элиты, представителя консервативной партии Боб Стюарт. Зачем он вам понадобился? Вы ему ежемесячно платили в Люксембурге зарплату $3000. Фунтов. $3000, да? $3000. И вы являлись его работодателем. Работодатель такого влиятельного человека. Я, честно говоря, был просто поражен, когда прочитал эту историю. И теперь
у правоохранительных органов Великобритании появились вопросы к Бобу Стюарту, потому что он не задекларировал эти... Я объясню. Да, вот... Ну, первое, проясните, чтобы я не забыл, да. Что касается о том, что я вышел сухим из воды, я не выходил сухим из воды. На меня реально было открыто уголовное дело в 2010 году, оно реально было закрыто в 13 ноябре. Разъяснения, объяснения все там есть, какие и почему. И, ну, сухим из омута, я имею в виду. Да, это да. Межбанковского омута очень правильно сказано. Вот да. Скажи, так это будет да. Правильно. Межбанковского омута. А так, я на самом деле очень могу дать только не из-за того, что меня не тронули, это неправильно. Но следственная группа, что первая, что вторая, 15-я, работала очень профессионально, четко. И не надо забывать, что все-таки были приложены с моей стороны большие усилия для передачи всех оставшихся активов азербайджанскому государству. Вот в этой части вы пишете в статье перепечатку с английской, что, ну, это с моих слов записано, я отвечаю за свои слова. Да, мой бывший друг Джангир Гаджи меня назвал предателем тогда, потому что он был не совсем со мной согласен. Но если пришлось бы выбирать опять сегодня, я опять вернул бы все государству. То, что принадлежит государству, должно отдано ему. Никто не имел права не отдавать. Никакие угрозы не повлияли бы на меня, а не от Гаджи. От Гаджи не исходили никакие угрозы, ни в коем случае. Но угрозы были. И намеки на угрозы были по поводу возврата активов в Азербайджан. Я их вернул, и если нужно было бы еще раз вернуть, я сделал то же самое. И это правильное решение. После этого меня посадили бы, не посадили. Это не было предметом торга. Но я благодарен руководству страны, правоохранительным органам, что это было принято во внимание. И никто никого просто так ничего не делает. Принято во внимание, и дана была оценка этому. Только поэтому ко мне относились снисходительно. И за это я благодарен безгранично. И что теперь ожидает Боба Стюарта? Сейчас о Бобе Стюарте расскажу. Что касается Боба Стюарта, это интересная история. Да, он не только он был у меня в одной из моих структур в Совете директоров. Это было очень модно, это нормальное явление. Вы, если поищете хорошо в люксембургских компаниях, брат, например, герцога сидит в десятках компаний в Совете директоров. Это поднимает ваш рейтинг. Люди больше вам доверяют. А так как мы работали, я же не только с межбанком работал, у меня был мой реальный бизнес. Это спецтехника, консалтинг в этой области, это лоббировать интересы той или иной европейской компании для того, чтобы продавать их технику в той или иной стране. А кто, это фантастически таких людей ставит в совет директоров. Я не буду называть других фамилий, если какой-нибудь журналист раскопает, тогда объясню. Но там есть и... Очень такие знаменитые имена. Да. И в Европе разрешено политикам быть. Единственная ошибка Боба Стюарта, им не занимаются следственные органы, это парламент им занимается, внутренняя комиссия парламента, он должен был об этом заявить. Он в налоговую заявил Англии, а в парламент не заявил. Журналист раскопал, а как его ударить, как не Башировым, о котором столько грязи пишут. Ну давай, вот Баширов в совете директоров сидит, вот мы его таким образом очерним. Такой же вам пример Eurorepoter написал о моем друге Филипп Довен, который со мной по Талесу работал, компании Талес, полковник французских служб. То же самое, они хотели его убрать с поста генерального директора фрипорта в Люксембурге, потому что Евросоюз не нравится фрипорт. Что они придумали? Фрилансеры. Опять дружба с Башировым. Отмывание денег, другое, третье. Ну и что в итоге? Филипп Довен уже прошло 2 года от этой статьи. Припеваючи работает генеральным директором Фрипорта. Уважаемый человек в Люксембурге. И все кланяются ему, потому что он выстроил шикарную работу. Никогда ни одного азербайджанца не было во Фрипорте. Ни денег, ни товаров там не держали, ничего не было. Но это было надо, чтобы его ударить, использовали меня. Обо мне столько плохого написано, что мною скоро детей пугать будут. Понимаете? Так, вот честно говоря, это наша вторая встреча. Первая была в тюрьме, сейчас здесь, вот, сейчас поприятнее, в одной из европейских столиц. Да, я могу сказать, что вы оставляете впечатление очень такого рафинированного интеллигента.
вежливого Спасибо. Человека. Да. Спасибо. Да, приятно общаться с вами, я вам честно Спасибо скажу. Большое. Поэтому не, зачем пугать вами детей? Ну, не знаю. Я когда сама себе читаю, когда иногда я смотрю... Хотя международный консорциум журналистов OCCRP тоже посвятил вам. Они ничего плохого не написали. Да. Они просто написали, в такой-то структуре владеет акциями, не более. Это когда они писали про Панаму? Ну да, просто структура была как-то связана. Да, вот и все. Да. Ну, ни в Панама-гейте, ни в Ландромате, нигде меня они нет. Они просто констатировали факт. Я в таких схемах, они неправильные схемы. Это непрофессиональные схемы просто. Вы сказали, Джангир Гаджиев, ваш бывший друг. Я знаю, что Джангир Гаджиев вам абсолютно доверял. Да, правда. Поэтому он и выбрал вас в качестве, наверное, вот как я сказал, окна в Европу. Совершенно верно, вы правильно. Именно вот этой пуповины, которая соединяла Межбанк и финансовую систему Азербайджана с европейской финансовой системой. Надо сказать, что я ему доверял, потому что ему тоже было оказано высокое доверие с его постом. То есть... и, но где-то начиная после вашего ареста прошла вот трещина в ваших отношениях, появилась трещина в ваших отношениях. Что случилось? Вы пытались его остановить? Понимали ли вы, что он не на правильном пути, и что вот все, что он затеял, вся его стратегия, она приведет к фиаско не только его, Межбанка, но и всей этой корпорации, включая вашу компанию и вас? Ну, смотрите, вы очень правильно, очень хороший вопрос задали. Я даже, мне очень хотелось бы ожидать этот вопрос от вас. Человек сейчас сидит, и я никогда не из тех людей, которые начнут вешать на него все эти возможные и невозможные дела. Это неправильно. У нас какие-то начались более такие прения. Обычно я никогда не пререкался. Он мне говорил, я делал и доверял. Но после того, как я вышел из тюрьмы, в следственном изоляторе, где я 4 месяца был. Ну, он помог вам выйти. Он помогал в каком плане? Он помогал документами, объяснениями, разъяснениями. Да, конечно, помогал. А Эльдар Махмудов помогал? Эльдар Махмудов ко мне никакого отношения не имел. Не, но он был, тогда неограниченная власть была. Нет, и они он были не вмешивался. Родственниками никогда не вмешивался, никогда не вмешивался. То есть он мог бы вот... Я знаю, что он сожалел о том, что произошло. Я слышал его сожаление, что как мы допустили вот... Да. Парни арестовали, да? Вас арестовали налоговики. Да. А он, да, но он мог вмешаться, у него там была неограниченная власть. Я не знаю, никто не мешал. Джангир, да. Просил за вас, Гаджи просил за меня, там, работал с генпрокуратурой, сотрудничал, везде, всюду, все делал, чтобы меня отпустили. Наверное, это было первое предупреждение, первый тревожный звонок для Джангира. Однозначно, великолепно сказали. Первое предупреждение, которое надо было реально взять на вооружение и уже совершенно поменять весь стиль работы. Да. Что и произошло. В 2011 году я приехал, вот в 2011 году еще все шло неплохо, мое мнение, я говорю как есть. Все-таки взяли на вооружение что-то, не знаю, испугались ли, или поумнели ли, ну, лучше было все. 2012 год, так себе, но 2013 год, я даже всю команду собрал свою, всех моих работников, если кто-то у них спросит, они не дадут соврать. Сказал, через 2 года конец всему этому будет. Все, 15 год конец будет. Но мне не нравилось все это. Я не говорю, что в этом виноват Гаджиев или кто. Я тут не для того, чтобы кого-то судить. Я не имею права на это. Кто это такой, чтобы судить? А вы пытались его остановить, объяснить? Были ну, у вас какие-то беседы? По-дружески, ну так как де юре я отвечаю за определенные вещи, де юре-то я отвечаю. То есть вы же видели, куда идете? Ну мне дается указание там, делать то-то, то-то, то-то. Я объясняю, что все правильно, я могу это сделать, но нужны соответствующие документы, соответствующие гарантии и так далее. Были какие-то разночтения, но он руководитель для меня, я не сваливаю на него опять. Тогда зачем Джангиру Гаджиеву нужен был самолет? Более того, я не могу понять, в этой семье был второй самолет, у его супруги. Про второй самолет я ничего не знаю. Да-да-да, у Замира Гаджиева тоже был самолет. Вы знаете... Зачем в одной семье 2 самолета? Вот, то есть, вот вы с ним каждый день общались, может быть, это была какая-то эйфория, головокружение от успеха, может, он попал вот в эти... В эти сотни миллиардов нефтедолларов, понимаете, и просто потерял голову. Может ли быть такое? Мне тяжело давать оценку его действиям, потому что ну, неправильно было лезть в его личную жизнь. Конечно, его повлияло, наверное, что-то, что он... Ну, самолет, есть Silkway, у Silkway есть private jet.
Вот как это делает там определенный наш чиновник сегодня, оплачивают и летают. Если бы это был я бы никогда это не скрывал, я бы наоборот сделал бы так, чтобы деньги шли в казну. То есть, окей, с Межбанка в Силквей, но Силквей тоже Азербайджан. Я бы не купил бы самолет, хотя он был куплен на 70% на кредитные деньги. Сначала Барклейс банка, потом американского банка. Только 30%, ну, как бы формально были собственные средства. Вот. Ну, мое мнение, да, он пытался как бы оправдать это потом. Отдал в лизинг, пытался заработать на этом деньги, чтобы как-то возвращать эти 30%, которые вложились. Ну, потом времени не хватило. В 2013 году же был самолет куплен, а в 2015 уже его уже уволили. То есть, или он по состоянию здоровья ушел, как юридически так это было. Оформлено, да? Да, вот. То есть, может быть, он успел бы вернуть эти 30%. Ну, зачем? Вообще это... Да, если ты занят, у тебя по бизнесу много полетов, перелетов, лучше дело делать прозрачно и через свою страну. Кстати, вы часто произносите название одной страны – Люксембург. Да. Почему вы избрали именно эту страну в качестве своей штаб-квартиры? Это же была ваша штаб-квартира. Да, совершенно верно. Очень правильный вопрос. Потому что вы были гражданином Франции. Вы могли бы выбрать любую другую страну в Европе. Тоже Францию мог бы выбрать. Да. И вдруг вы выбрали именно... Только с точки зрения налогов. Люксембург. Люксембург ведь в мире вторая страна по количеству инвестиционных фондов. Там инвестиционные фонды платят 0% налогов. И там с точки зрения налогов намного выгоднее быть там, и они были гораздо более лояльны в то время, чем сегодня, конечно, уже там невозможно работать. А Франция-то, она никогда бы не дала работать. 16-я советская статистическая. Это какой-то ужас. Да, да. Я бы, например, с удовольствием работал в Англии. Вот то, что Англия Brexit, я их приветствую с Brexit'ом, это очень хороший ход. У них все хорошо будет. Но Англия сама очень большой офшор, и когда... или тот же Люксембург, который обвиняет кого-то в отмывании денег, это страна, которая номер один, которая родила отмывание денег, которая на официальном уровне 80-х, 70-х, 80-х до начала 90-х годов отмывала деньги официально через свой Нацбанк. И процветает благодаря отмыванию денег. Конечно, благодаря этим грязным деньгам, которые сейчас пытают учить других, обвинять других в отмывании и так далее. Вы продолжаете свою деятельность в Люксембурге? Вы знаете, после всего того, что произошло, был сильный репутационный удар. Закрыли все банковские счета моих компаний, мои личные, моей семьи, моих друзей, моих клиентов. Разбежались все клиенты. Команда, которая долго сохраняла мне, ну, скажем так, верность, вынуждена была тоже уйти. Они тоже страдали из-за моих неудач, проблем. Соответственно, мне уже не было актуально оставаться. Я сегодня плачу налоги в Люксембурге. Ну, де юре я там, де факто я не там. Де факто я вообще везде курсирую. По Европе, Дубай, Турция там, и так далее. Пытаюсь найти себе... Ну, я же занимался asset management. Ну, это громко сказано, asset management. Кстати, хотел вот вашего коллегу вспомнить. Вугар Сеидов, по-моему, был такой азертач, да, в Вегре. Очень грамотный молодой человек, хорошо пишет, говорят. Ну, который очень сильно меня атаковал и оскорбил в своем, как-то он написал, когда услышал о том, что мне бюджет выделили 12 миллионов евро. Ну, вот в ответ на его статью, которая столько лет назад была написана, и ответ всем журналистам, когда ты управляешь, формально управляешь активами в 2 миллиарда, тебе должны платить от 15 до 20 миллионов в год. Это все туда входит. Это эти сотни компаний, директора номинальные, учредители, налоги, бухгалтерия, юрадреса и так далее, и так далее, и так далее. Мне не доплатили, уважаемый Вугар Сеидов. Если говорить о том, как это делается на Западе, как это положено, так как я находился на Западе, я же не... Ну, судить меня... По зарплатам Азербайджана и по этим не надо. Я же живу столько лет там и работаю по их законодательству. И мне выделяют деньги, соответственно, тому бизнесу, который я делаю, и той сумме. Сегодня я занимаюсь тем же самым. Мое портфолио намного меньше, но мне платят намного больше. У вас остается связь с Замирой Гаджи? Вы общаетесь? Уже последние 3 года. Почему? Потому что когда пошло следствие, National Crime Agency, Она мне звонила где-то последний раз, это было 3 или 4 года назад. Я не скрываю, я всегда прозрачный. Сейчас вот в открыто
говорю в вашем интервью, что когда она мне вышла на связь со мной, я сказал, что прежде чем со мной разговаривать, она должна понимать, что я обязан доложить своему государству, то бишь азербайджанскому, все то, о чем мы с ней будем беседовать. Она сказала, никаких проблем, просто мне нужны документы, подтверждающие происхождение денег, на какие деньги мы купили то, что у нас есть в Лондоне и в других местах. Но речь шла о Лондоне больше, об Англии. Я сказал, что у меня чисто документов о частном бизнесе моего бывшего друга Гаджева нету, ее мужа. Потому что как такового своего бизнеса, напрямую чисто его, мне неизвестно. Есть мой бизнес, да, ну где мы с ним могли сотрудничать, но не более. Поэтому какие документы? Я передал все, что было его, после того, как я вышел из тюрьмы, я все акции компании передал Гаджеву. То, что его было вот в Лондоне, там, все, что касалось его. Я как только прилетел в Париж, встретился с людьми, передал ему. Они уже меня не касались никак. Ну, вас Национальное агентство по борьбе с коррупцией в Украине допрашивало. Они написали мне очень вежливое письмо, где написано было, что в рамках гражданского дела с господой Гаджевой речь идет о том, о том, о том, о том. Мы знаем, что вы являетесь ключевым лицом и фудицаром данной семьи и Межбанка. Можете ли вы нам ответить на те вопросы? Там были подробные вопросы о двух объектах, активах. Это самолет Гольфстрим 550 и гольф-клуб. Гольф-клуб я сразу сказал, что я понятия не имею, я по прессе знаю, я в этом не участвовал. Отняли, да, гольф-клуб, кажется? Говорят, что отняли. По самолету я полностью им дал весь расклад, как он покупался, какой банк сначала финансировал. Ну, полный расклад дал, но документы приложить не мог, у меня их изъяли. Я сказал, чтобы они обратились к своим коллегам в Люксембурге, те им дадут. Позиция правительства Азербайджана, что Джангир Гаджев нанес финансовый урон Азербайджану в размере 4,5 миллиардов долларов. Вы согласны с этой суммой, разделяете? Я ни в коем случае не могу даже посметь соглашаться или не соглашаться. Ну, вы знаете об этом. Я читаю прессу, да, там и цифры и повыше были. И некоторые говорят, 7 миллиардов называют неофициально. Я и 9 миллиардов читал, 7 миллиардов, 4 миллиарда. Эту оценку дают только правоохранительные органы, суд, власть. То есть, как вы считаете? Я не смею даже давать свое какое-то мнение об этом. То есть, если возможно, то есть вы просто работали со всеми офшорами, как вы думаете, мог бы Джангир Гаджев утаить, скрыть в каких-то офшорах еще несколько миллиардов? Мне очень нравится ваш вопрос. Вы знаете, не называя имен, скажу так, что несколько очень уважаемых чиновников, которые сегодня занимают ответственные посты, мне занимали тот же вопрос. Ответ очень прост. Я по своей части могу только отвечать. По моей части все есть на бумаге. Сколько получил, куда отдал и куда тот отдал. И все это видно. Дальше уже следственные органы ведут следствие и выясняют, сколько из этих денег было украдено, неправильно потрачено, присвоено и так далее. То есть вот по моей части все было безналичными и все на проекты, за исключением фудициарных услуг и мелких каких-то моментов, направленных, может быть, не совсем по цели, не по целевому назначению, скажем так. Но огромная часть этой суммы, я бы сказал, 1,9 миллиарда, направлена была на проект. Вы когда были в последний раз в Азербайджане? В 2014 году, в октябре. Почему не приезжаете? Вы знаете, я очень хочу приехать в Азербайджан. И мне спасибо огромное, еще раз благодарен властям. Они мне всегда сказали, что никаких проблем у тебя нет. Они вам всегда рады. Ну, вы знаете, я всегда отшучиваюсь. Я настолько гостеприимный, что я вот в 2010 году приехал, потом год выехать не мог. Потом могут, да, могут. Ну, на самом деле, это шутка, конечно. Дело в том, что мне просто определенные люди сказали, ну, не раздражай ты людей, а. Когда говорят о межбанке, да еще ты появляешься, ты просто раздражаешь. Сиди спокойно, где сидишь, говорит, тебя же никто не трогает. Я говорю, нет, спасибо. Ну, вот и сиди там. Как у вас идут дела? Деньги зарабатывать удается? Плохо? Очень плохо идут дела. Я никогда не плачусь. И плакаться недостойно мужчине, которому 62 года. В 62 года я сейчас должен иметь реальное официальное 100 миллионов. Не меньше. С моей-то деятельностью. И я пытался всегда быть легальным. И это реально заработать такие деньги. Но... То есть вы хотите сказать, что у вас сейчас нет 100 миллионов? Нет, мне хотелось бы. Не, в устах моих соотечественников от 50 до 200 миллионов у меня есть. Ну,
тогда я, вы знаете, очень талантливый артист, потому что настолько держать в трудностях своих детей. Мой сын раз в неделю, мне не стыдно это говорить, ходит в Лондоне, моет посуду 10 часов, за это получает за час 10 фунтов стерлингов, и дочка точно так же. И я не стыжусь этого, это нормально, знаете, это нормально, я в этом виноват. Наверное, не надо было мне сотрудничать с Межбанком, не надо было мне брать на себя все это, но мне было интересно, это такие возможности, не денежные, профессиональные возможности, совершенно другой уровень был, так настолько это было интересно. А сегодня, да, я не могу себе позволить очень много, то, что позволял когда-то, когда были деньги. Вообще, когда много денег, теряешься, и я теряюсь, я живой человек. Серьезно теряешься, делаешь ошибки, которые не нужно было делать. Ну, вот слишком. Интересное ощущение человека, у которого, который управляет 2 миллиардами. Очень интересно. Но когда это реально 2 миллиарда, и реально ты им управляешь, это совершенно другое. Ну вот чисто я участвовал в 3 арбитражных разборах Межбанка, и мы выиграли все 3 арбитража в Париже, в Лондоне и в Цюрихе. Все 3 арбитража, это не благодаря мне, это благодаря самому Межбанку, конечно, команда, которая работала, отсудили огромное количество денег в свое время. Ну, это очень давние времена, это 2004, 5, 6, 7 года, я говорю об этом. Большой опыт набрался, вот интересно мне было. А то, что вы говорите, конечно, это нормально, что люди обо мне так думают. И если я был бы поумнее, наверное, у меня были бы эти деньги. И вот сразу после такой золотой жизни во Франции, после этих миллиардов в Люксембурге, инвестиционных фондов, вы оказались в сырой камере узника Бакинского следственного изолятора. Нормально. Вот какие были ощущения? Вы знаете, ощущения, конечно, были интересные, да. Но я, вот сейчас вы будете смеяться, я настолько благодарен людям, которые меня арестовали и содержали, потому что, ну, спасибо, прежде всего, властям, потому что иначе меня поломали бы в 2 минуты. И так поломали бы, как хотели бы, то есть с уважением отнеслись. Но это были хорошие люди и порядочные люди, по моему мнению, те, которые вели следствие, те, которые меня охраняли, те, которые меня возили на допросы. Мне просто интересно, что вы почувствовали. А вы знаете, вот там и проявляется, ты мужчина или нет. Да. Вот в этой ситуации ты понимаешь, кто ты есть. Конечно, я улыбался, когда меня арестовали, опись вещей шло, когда первые 2 недели меня прессовали немножко так. Ну, психологически, нет, не физически. Психологически прессовали, 18 лет тюрьмы обещали, другое, третье. Я воспринимаю это нормально, иногда с юмором. Ну, а что было делать? Ну, я готовился к долгому сроку, даже с начальником тюрьмы переговорил, что давай стадион сделаем, я люблю футбол играть. Потому что если сейчас меня посадят, я тут надолго. Хотя бы чем-то заниматься надо. Нет, я помню, в 2010 году у вас был такой бойцовский настрой. Вот, да. Это хорошая школа, и я благодарен тем людям, которые, честно скажу, сейчас надо мной смеяться будет, наверное, полпублики, но я им благодарен, вы знаете, тот опыт, который я прошел. И если бы, наверное, не было бы 2010 года, наверное, меня посадили бы в 2015. Вот. И вот благодаря тому, что этим людям, которые меня тогда арестовали, вот это следствие, и многое мы узнали все вместе. Здесь все раскрылось, здесь истина она конечно, вышла. Вот благодаря этому, как бы, в этот раз мне посчастливилось, как бы, вот так, что все закончилось. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, что мы затронули почти все основные моменты вот вашей скандальной, ну, скандальной с точки зрения, я имею в виду, отголосков и публикаций в западных СМИ, деятельности. И пролистали все белые страницы истории Межбанка и, значит, вот того конгломерата, который либо сознательно, либо волей судьбы оказался в эпицентре одного из самых глобальных финансовых скандалов и нашей истории, нашего региона. Поэтому спасибо вам, что я знаю, что это ваше первое интервью, как вы сказали, и искренне надеюсь, что не последнее, потому что желаю вам поскорее восстановиться, вернуться опять в эпицентр бурной финансовой жизни, чтобы у нас появился новый повод для встречи и новых вопросов. Спасибо. Можно будет, я тоже скажу. И, конечно, заключение. Это очень это ваш сказать. Микрофон, да, конечно. Вы знаете, мне бы очень хотелось, обратившись к своей любимой стране,
к его руководству, к простым людям, бизнесменам тоже. Это своего рода не реклама. Я бы очень хотел, чтобы мое государство, моя страна использовала не мой опыт этих офшоров, которые вы говорите. У меня есть достаточно опыта в определенных сферах, связанных с лоббизмом и с бизнесом. Я бы хотел бы быть просто полезен своей стране. Это что касается этой части. А по бизнесу люди меня боятся после этих статей. В Азербайджане огромный потенциал, и в других республиках большой потенциал. У меня большие возможности для тех людей, которые хотели бы инвестировать в различные страны мира, но не доверяют. То, как я повел себя в вопросе с Межбанком, я считаю, что мне надо доверять, а не недоверять. Я перед государством чист, я все сделал, чтобы государство получило оставшиеся все активы обратно со всей соответствующей информацией. То есть я открыт к сотрудничеству, я хочу сказать, и с государством, и с бизнесом. А дальше сами убедятся. Спасибо, это наша с вами вторая встреча, но Бог Троицу любит. Обязательно встретимся в третий раз. Мы с вами обязательно встретимся в третий раз. Надеюсь, в нормальных местах. Спасибо вам, спасибо. До встречи. До встречи.